Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких. Отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые, они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Они не переносят критику, встречают в штыки любые мнения оппонентов. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Страх у этого человека проявляется необоснованно. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Эти личности гибкие и льстивые, способные вертеть другими людьми как угодно. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивный приступ и страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Иногда буква «И» в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.